В конце апреля в России отмечают День местного самоуправления. Это один из самых молодых государственных праздников в нашей стране. Он установлен указом президента России в 2012 году. В городском округе Люберцы в честь этой даты прошли тематические встречи и образовательные мероприятия. Одной из площадок стала 16-я гимназия. Тема сегодняшнего урока по обществознанию – местное самоуправление. Школьников разделили на 4 группы. У каждой одно и то же задание, но на разную тематику. Учащимся 11 классов необходимо подготовить проекты по образованию, здравоохранению, культуре и благоустройству. Ребята предлагают свои варианты, как улучшить эти сферы в городском округе Люберцы. Наша задача была создать проект, который связан как-то с темой образования. Мы решили в наш проект внедрить технологии. То есть 3D-технологии, какие-то VR-проекты, которые могут помочь именно погружаться в практику, чтобы больше было практических аспектов в обучении. С предложениями школьников ознакомился глава городского округа Люберцы Владимир Волков. Вместе со своими коллегами и представителями управления образованием он посетил их урок, а заодно и объяснил, в чем заключается работа органов местного самоуправления. К людям быть ближе, слышать друг друга, всегда реагировать на те трудности, либо наоборот хорошие идеи. Образование, обслуживание городов, системы ЖКХ, транспорт, безопасность – все это интегрировано вот в эту серьезную большую работу. По каждому из своих проектов воспитанники 16-й гимназии подготовили презентации. Участники всех команд получили за этот урок высокие оценки как со стороны учителя, так и почетных гостей. Луиза Игиазарян, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ.